Уважаемые жители Гагаузской автономии и граждане Республики Молдова, у меня сегодня радостная новость для десятков тысяч семей в Гагаузии. Этой зимой жители нашей автономии не останутся один на один с непомерно высокими тарифами на энергоресурсы. Как мы и обещали, во время предвыборной кампании мы нашли возможность обеспечить потребителей в автономии природным газом по специальной цене, гораздо ниже рыночных. Это была сложная задача, но нашей команде удалось. Теперь газ для жителей Гагаузии будет в разы дешевле – 10 лев за кубометр топлива. Турецкая компания подписала с крупным европейским трейдером контракт на покупку газа напрямую из европейской системы газоснабжения. Турецкая компания, в свою очередь, подписала контракт с молдавским лицензированным оператором для доставки данного газа по специальной цене. Мы продолжаем вести переговоры, чтобы помочь нашему доброму соседу, Тараклийскому району, и нашим друзьям из Аргеевского района. Рассчитываю, что в ближайшие две недели удастся договориться о специальных тарифах на природный газ и в этих районах. Благодарю за внимание.